Вот мы стоим уже третий или четвертый день, и мы не ели нормально уже 3-4 дня. Вот ребята, которых бросили просто тупо на пушечное мясо, вот все они тут собрались. Сейчас нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, типа хотят нас уволить, типа. Завтра говорят, типа, есть, мы будем уволены, а сегодня нас отвезут в ППД. Вот. Вот. Никто не согласен с их разговорами. Вот, мы все тут стоим уже. Мы сколько уже тут стоим? 3-4 дня мы тут стоим, пацаны. Чисто на сухое. Вот. Нас просто пустили на пушечное мясо, вот. Вот все ребята тут. Еле вы, кто вырвался, кто остался жив, вот мы тут стоим. И нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, чтобы они прикрыли сами себя. Чтобы задним числом уволить. Да, они хотят нас уволить задним числом, как тех, которые не вернулись, вот не приехали сюда, которые остались в полку. А мы находимся вот тут вот. Вот. Они нас привезли как будто на учение, вот. И охуенное учение. Да. Нахуя чему научили? Не вывозят тела, ничего. Они могут. Вот. Мы сейчас ждем, пока нас просто переведут через границу. Нам уже третий день говорят, что нас отвезут. Нас никто домой не везет. Скажи, что мы спали на полу и покажем вот. Без палаток, без еды, вот. Без воды. Вот где мы спали. Вот. У нас все ноги мокрые. Не знаем, что уже делать. Вот так вот они работают. Они хотят сами потом себя говорят, прикрыть. Армия России.